Если вы хотите действительно увидеть свою жизнь с другой стороны, вам необходимо время для переучивания собственного мозга, для того, чтобы он смог в тех же самых обстоятельствах вести себя по-другому. И для этого нужно целый набор инструментов. То есть можно, конечно, думать, что вы счастливо, как бы сказать, дадите себе задание завтрашнего дня: не курю, значит, бегаю 50 километров, плаваю 10. Но если сделать монтаж, то есть на протяжении 9 месяцев поставить вас в обстоятельство, что вы не можете не бегать, да, потому что иначе вам стреляют по пяткам, вот, вы не можете не плавать, потому что иначе вам просто вскипячивают что-нибудь, вот, вы раз так, и на следующий понедельник, ну, ровно через 9 месяцев, мы смотрим на вас, и вы мчитесь просто стрелой, понимаете, плаваете, как вы щука, понимаете, щука, какие животные плавают вот в воде, дельфин, вот.